Спасибо. Номер 165. Диана Шумилина. Номер 170. Юлия Солоха. Сто семьдесят один. Ирина Задорожная. To this hour, this will never be a part of. Work of art in the world, pull it like a heartstring. Every moment's been as worth it as the perfect part. Номер 173, Юлия Кузнецова. Четыре. Зинаида Копарчук. Сто семьдесят пять. Ольга Вильман Камловская. Анастасия Валуйская. Юлия Полушина.
Номер 178, Анна Булыгина. Спасибо, я прошу первую пятерку спортсменок выйти вперед на сцену. Номера 148, 165, 170, 171, 173. На линию сравнения. Просьба к судьям выявить пятерку сильнейших, прислать на столик председателя судейской коллегии для формирования первого вызова. Итак, первое. Предварительное сравнение. Участницы, чей рост превышает 169 сантиметров. Поворот направо. 170 лучше. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Спасибо, прошу занять свои места на правом краю сцены. И следующая пятерка участниц выходит на линию позирования. Номера 174, 175, 176, 177, 178. Давайте поаплодируем участницам. Завершающая на сегодня категория спортсменок в номинации «Фитнес-бикини». Здесь на сцене поворот направо. Поворот спиной к судьям. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Я напоминаю, что судьи должны выбрать пятерку сильнейших и переслать свои пожелания на столик председателя судейской коллегии. Спасибо, прошу девушек занять свои места на левом краю сцены. Давайте поаплодируем. Женщина фитнес-бикини, рост выше 169 сантиметров. Итак, у нас получилось топ-5. Следующие номера прошу выйти на центр сцены. Номер 170, 173, 174, 176 и 177. Девушки, набравшие наибольшее количество баллов для первого сравнения. Давайте поаплодируем участницам. Девушки, просто встают фронтально. Центр тяжести смещен на одну ногу и не скручиваемся. Поворот направо. Поворот направо, спиной к судьям. Поворот направо. Поворот направо, лицом к судьям. Попрошу судью и участников произвести смену девушек по номерам, согласно правилам. Девушки, также хотелось бы сказать, что в положении спиной к судьям просьба волосы убирать. 170 лучше! Василий, если можно, чуть поближе друг к другу. Не скручивается, 177, не скручивается.
173 также, не скручивайтесь, пожалуйста. Поворот направо. 170! Поворот направо, спиной к судьям. Волосы, пожалуйста, просьба убрать всех девушек со спины. Поворот направо. Поворот направо, лицо к судьям. Спасибо, девушки. Просьба следовать за судьей при участниках. Встать на левый край сцены. Следующие номера приглашаются на центр сцены. 148, 165, 171, 175 и 178. Второе сравнение, 5 участников. Поворот направо. Поворот направо. Просьба убрать волосы со спины. Одна рука на поясе, да, должна быть. Поворот направо. Поворот направо, лицом к судьям. Просьба постоять 10 секунд. Судьи нужно дополнительно? Огромная просьба, номер 148. Пожалуйста, встаньте сейчас первой. Просто не по номерам стоите. Спасибо, девушки. Просьба следовать за судьей при участниках, встать в линию и, собственно говоря, их категорию отпускать со сцены до награждения. Спасибо. Я прошу выйти всех вперед. Поаплодируем спортсменкам. Соревнования в этой категории завершаются. Место Анна Булыгина, Краснодар, номер 178. Восьмое место Диана Шумилина, номер 165, город Саратов. Седьмое место Мария Яковлева, номер 148, Сочи. За шестое место награждается Ирина Задорожная, Республика Крым, номер 171. На пятом месте по решению судей Анастасия Валуйская, номер 176, город Славянск на Кубани. Четвертое место Юлия Кузнецова, Самара, номер 173. Между третьим и вторым местом 2 балла, 14, 10 и 7 баллов завоевала победительница, то есть борьба была достаточно упорной, и судьи были не единогласны в своем решении. За третье место с результатом 12 баллов награждается участница под номером 177 Юлия Полушина, город Славянск на Кубани. Две спортсменки не награждены. Одна представляет Краснодар, другая Республику Крым. Давайте поаплодируем обеим спортсменкам. Прекрасная форма. 10 баллов против 7. Итак, сегодня на втором месте участница под номером 174 Зинаида Копарчук, Краснодар. Побеждает в этой категории Юлия Солоха, номер 170, Республика Крым.
сильнейших, я прошу, подойти поближе друг к другу. Спасибо, прошу остаться. Тройку сильнейших, пожалуйста. Спасибо. И победительница остается на сцене. Юлия Солоха, номер 170, Республика Крым. Давайте поаплодируем участнице, спортсменке, чемпионке в этой категории. По решению судей спортсмен под номером 64 Евгений Ваняшин, Ставрополь, просьба пройти вперед, встать на сцене. Пятое место — Владимир Игнатьев, номер 88, Краснодар. А на четвертом месте Евгений Шустин, номер 76, из Краснодара. А за третье место с результатом 43 балла, 43, 30 и 15 балла, которые набрали спортсмены, соответственно, за третье, второе, первое места. Третье место — 43 балла, Александр Павлов, номер 78, Республика Коми. Второе место — Сергей Копанцев, Калининград, номер 19. Побеждает в этой категории большинством судейских голосов спортсмен из города Сочи Дмитрий Марченко, номер 77. Награждается участник под номером 70 Александр Отарь, Краснодар, набравший 49 баллов. После многочисленных сравнений вы видели, что достаточно тщательно судьи оценивали спортсменов,
На втором месте с результатом 30 баллов, на первом месте с результатом 15 баллов, единогласным решением судей, второе место, номер 66, Павел Ухов, Ростов-на-Дону. Побеждает абсолютным большинством судейских голосов Игорь Зямлицкий, номер 74, Краснодар. Игорь Зямлицкий получает право бороться за звание абсолютного чемпиона. Я прошу остаться тройку сильнейших, пожалуйста, троих сильнейших спортсменов. Игорь Зямлицкий, победитель категории мужчин свыше 100 килограммов. Давайте ему поаплодируем. Прекрасная победа. Единогласным решением судей. Номер 128, Рита Масьолик. 142, Ирина Кипекова. 162 Нина Завадская, 163 Юлия Пономаренко и номер 170 Юлия Солоха. Я прошу участниц стать фронтально. Вы знаете правила. Судьи тоже. И Иван, пожалуйста. Поворот направо. Поворот направо, спиной к судьям. Поворот направо. И поворот направо, лицом к судьям. Василия, попрошу произвести смену участниц согласно правилам. Марию Биби. Поаплодируйте спортсменкам, сильнейшие на Самсоне 43, лучшие представительницы фитнес-бикини. Поворот направо. Поворот направо, спиной к судьям. Спасибо, поворот направо. Поворот направо, лицом к судьям. Просьба поставить фронтально. У меня есть прекрасная идея, которую мы сейчас воплотим. Давайте поаплодируем девушкам. Я предлагаю встать на левый край сцены. И сейчас выйдут мужчины, которые будут соревноваться в абсолютном первенстве. А девушки в это время будут стоять на левой стороне сцены. Потом мы наградим бикини, наградим мужчину. Александр Юрьевич, да? Предлагаю до награждения сделать общую минуту свободного позирования. Конечно, конечно. Давайте поаплодируем. Свободное дефиле. Пожалуйста, уважаемые участницы, особенно те, кто в красных купальниках, просьба выйти вперед. Субтитры сделал DimaTorzok.
сцены. Поближе к Александру Юрьевичу Назаренко. Ну, сюда, значит, направо от вас, я здесь. Да? Пожалуйста, просим пройти сюда и встать на линию ожидания. Посмотрим, да, что покажут мужчины против женщин. Я прошу выйти участников абсолютного первенства среди мужчин. Пожалуйста, мужчина, абсолютное первенство, просьба выйти на сцену для определения абсолютного чемпиона. Александр Мартынкин, номер 60, Игорь Зяблевский, 74, и Дмитрий Марченко, номер 77. 5 спортсменов, оспаривающих звание абсолютного чемпиона. Просьба встать на крестики. Да, 4 участника. Итак, поворот спиной к судьям, пожалуйста, спиной к судьям. Поворот лицом к судьям. Двойной бицепс, пожалуйста. Широчайшая. Грудь, бицепс сбоку. Давайте аплодировать участникам. Сильнейшие мужчины, бодибилдинг, Самсон 43. Спиной к залу, двойной бицепс сзади. Широчайшая. Давайте аплодировать и поддерживать участников. Очень сложно включаться, когда зал мертвый. Лицо к залу. Пресс-бедро. Пожалуйста. Спасибо, просьба поменять участников местами. Еще одно сравнение. Александр Юрьевич, предлагаю также сделать еще два сравнения, если вы не против. Сейчас спортсмен... поменяем местами и перетащим. И сдвигаемся. Спортсмены, сдвигаются, пожалуйста, на край, на правый край сцены. Для судей номер 1, 2, 3, 4. Двойной бицепс, пожалуйста. Широчайшие. Грудь бицепс сбоку. Двойной бицепс сзади. Широчайшие. Трицепс любой руки, пожалуйста. Пресс бедро. Спасибо. Я прошу сместиться на левый край сцены и завершающее сравнение. Давайте поаплодируем ребятам. Сложно максимально включаться. Те, кто в теме, те аплодируют. Итак, завершающее сравнение для судей. 5, 6, 7, 8 и 9. Двойной бицепс, пожалуйста. 74 лучший. Широчайшие. Бицепс сбоку.
Двойной бицеп сзади. Аплодисменты спортсменам. Поддержим аплодисментами. Широчайшие. Среди этих ребят есть абсолютный чемпион Самсона 43. Поддержим их в последних сравнениях. Трицепс с любой руки, пожалуйста. Хотелось бы также сказать, что среди четырех участников даже не один чемпион России действующий находится. Пресс-бедро, пожалуйста. Завершающее обязательное положение. Мышцы брюшного пресса и бедра. Ваши аплодисменты. Максимальное отключение. Спасибо. Сейчас я прошу участника выйти вперед. Минута свободного позирования. Девушки, вы можете присоединяться к мужчинам. Под бурные аплодисменты зрительного зала. А мужчин даже можно попросить, если они хотят выйти в зрительный зал. Да. Ребята, спускайтесь со сцены. Можно сделать чуть больше, чем минуты свободного базирования. Делайте потом подарок зрителям. Ну, девочек, я думаю, лучше оставить на сцене, чтобы их не украли. Погромче еще музыку. Спасибо, я прошу девушек встать на линию ожидания. Сейчас состоится награждение абсолютной чемпионки. Для награждения абсолютной чемпионки. Прошу сюда пройти на линию ожидания, пожалуйста. С бикини. Прошу выйти судью из Санкт-Петербурга, Архипова Бориса. Сегодня именинника. Поздравить, судья. Даже в день рождения. Победительница в категории. Поздравляют его с днем рождения. 33 года Борису, а он как новенький. Итак, на пятом месте по решению судей Нина Завадская, номер 162, Ростовская область. 22 балла. Просьба получить диплом, пожалуйста. Нина Завадская, спасибо за выступление и просьба пройти за кулисы. Давайте поаплодируем Нине. Четвертое место. Юлия Пономаренко, номер 163, город Армавир. Очень близкие баллы у участниц. 17 четвертое место, 16 третье, 15 второе и 6 баллов первое.
То есть среди оставшихся девушек есть явный лидер. За третье место награждается Юлия Солоха, номер 170, Республика Крым. 16 баллов набирает Юлия в абсолютном первенстве. Две участницы не награждены, но, по мнению судей, одна из них явный лидер в абсолютном первенстве. На втором месте сегодня участница. Хороший город, кстати, Краснодар, вот тут тепло. Я из Санкт-Петербурга, там прохладно уже. Одна из участниц Санкт-Петербург, другая Краснодар, тепло против холода. Александр Юрьевич, вот такой знаменательный вопрос перед тем, как мы наградим девчонок, хотел спросить. Вот сегодня Борис день рождения свое на Самсоне справляет. Можно спросить, сколько раз вы справляли свое день рождения на весенних Самсонах? Я? Да. Слушай, ну я не знаю сколько. Мы, если я с третьего и практически все время вел... Ну сколько раз вы попадали? Я так понимаю, что примерно около 8, да? Больше. 6, больше. Больше. Раз 12, наверное. Ну да, с учетом, сколько было России практически. Да, сколько мне лет. 41 же вам, Александр Юрьевич, если ну да, 41, да. 41, знаешь, когда тебе было 41. Мне уже было 41. Итак, дорогие друзья, вернемся к девушкам, которые стоят на сцене. Мы забыли совсем, зачем собрались здесь. Итак, сегодня не очень хороший день для одной из участниц. Она неправильно выбрала цвет купальника. На втором месте сегодня Рита Мацьёлик, номер 128, из города Краснодар. А побеждает по решению судей большинством судейских голосов купальником таким, как сцена, да, темного цвета. Ирина Гебекова, номер 142, Санкт-Петербург. Несколько раз участница замеряла свой рост, чтобы попасть в эту чудесную категорию. И в итоге стала абсолютной чемпионкой Самсона 43 по фитнес-бикини. Мы поздравляем Ирину. Фотография на память. Спасибо, Борис. Просьба остаться чемпионку для фото. Давайте поаплодируем. Еще раз поздравим. Может, пошло на все или еще будешь продолжать? Еще будешь продолжать? Еще раз выйдешь сегодня? Нет, не здесь. А какие у тебя следующие старты, подскажи? Не рано. Чемпионат мира, когда он будет? Буквально через 5 дней. Через 5 дней. Юниорский. Давайте пожелаем победы. Юниорский чемпионат. Юниорский чемпионат. 10-13 ноября мы будем болеть за Ирину. И где будет он, подскажи? Румыния. 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 Дракула. Да. 300 километров от замка Дракулы. Ты сохранишь цвет купальника или сменишь? Сохраню. Вот есть другой купальник другого цвета? Он при тебе? Под этим? Поменяй. Нет. Он зеленый. Еще раз тебя поздравляем, еще раз подержи эту женщину. Давай я подержу, и мы сфотографируемся, а то я редко бываю на фотографиях. Поаплодируем. Спасибо, поздравляем тебя искренне. Спасибо. Ирина? Кто уже ждут в Орландо, хочу вернуться на про. Густаво Бадел готов меня готовить на про турниры. Поэтому во Флориде, в Орландо люди меня ждут. Надеюсь получить визу и сразу уехать, готовиться туда. Друзья, если кто не знает, Николай соревновался с Павлом Филиборном. Это председатель судейской коллегии FBB. И, собственно говоря, Николай был первым, а Павел Филиборн в тот день был четвертым. Поэтому и ты думаешь, что тебе дадут визу тебе после этого, Коля? Ты ребенок, что ты Филиборн. Нет, но он не в Польшу же оформляет. В Америку. У тебя фамилия-то у меня, да? Главный судья будет тот же. Еврей польский. Ясиновский. Итак, мы... я оглашаю места участников. Только один абсолютный чемпион останется на сцене. По решению судей на четвертом месте Игорь Брюхов, номер 25, Ханты-Мансийский автономный округ. Поздравляем, просим вручить диплом. Пакеты запаяли, чтобы я конверты с деньгами не вытащил.
Поздравляем, 4 место, Игорь Брюхов. На 3-м месте по решению судей с результатом 30 баллов у Игоря Брюхова 36. Александр Мартынкин, номер 60, Санкт-Петербург. Два участника не награждены. Один из них представляет Краснодар, другой – Сочи. 24 и 10 баллов набирают участники в абсолютном первенстве. На 2-м месте с результатом 24 балла, проиграв человеку, который, по мнению судей, является явным лидером, 2-е место – Дмитрий Марченко, номер 77, город Сочи. Побеждает в абсолютном первенстве Игорь Зиблицкий, номер 74, Краснодар. Самостоятельно тренируешься? Игорь Самохин помогает. Игорю, спасибо. О своих планах расскажи, что дальше? Ты встречаешь Новый год с булочками или будешь еще тренироваться, выступать? Я пока абсолютно чемпионом России не стану. Ну, Россия это в следующем году только в Петербурге. А сейчас до Нового года какие планы? Ну, я последний курс хотел тренировать. Ты пока не в курсе. Ты свободен, потому что тебя пригласили. Меня кто-то позвал, или кто-то мне понравился. Позовите спортсмена на турнир. Давайте поаплодируем. И фотография на память абсолютно чемпиона, чемпионка нашего турнира. Поднимите кубки. А мы поаплодируем. Дружно поаплодируем. Игорь Землицкий и Ирина Гибекова. Абсолютные победители Самсона 43. А теперь можно вниз поставить тут и просто сфотографироваться красивой поза. Аплодисменты зрительного зала. Все это для вас. Hit you with wild troopers, it's a killer thing, got the face, you can chill for.